сказать, себя, то есть до какой степени космонавтика. Но все-таки не чисто. Они большие. Первый тип космонавт. Они выглядят. То есть вы можете сначала чекладывать вот такие снежинки, и, как правило, какие-то там массы, да, тесто какое-то, что-то, кондитеры все время, пластилин, да, ну так, по-детски какая-то. Это, конечно, полноценная площадка для профориентации. Профориентации в новых направлениях подготовки кадров. И, конечно, очень важно, чтобы как можно раньше ребята познали, что им интересно. Научный парк развивается в сегменте работы со школьниками как инфраструктура, которая дает возможность очень рано попробовать, а что интересно, для того, чтобы как можно раньше сделать выбор и продолжить движение. У нас все такие угрюмые, грустные. Все отношения, дети зарегистрировались в базе, они прикрепили свой портфолио, все свои достижения, и сейчас проходят обучение с помощью программы, предоставленной Яндексом, да, Сириусом, проходит дистанционное обучение.